Харпиева и Дима Семенарский. Нижегородская мечтает взять интервью у известного человека. Регина живет в полной темноте. Она пережила две операции по трансплантации костного мозга. Это настоящее испытание и для взрослого человека, а Регине всего 17 лет. Но сила воли у нее больше, чем у многих взрослых, да и интересы совсем не детские. Я мечтаю стать социальным журналистом и помогать людям. Также я очень хочу быть телеведущей разных социальных регуляций.